Избирательный блок коммунистов и социалистов приглашает представителей ПДС 7 июля в 19 часов принять участие в общественных дебатах. Кандидаты блока Влад Батрынча и Константин Старыш заявили, что скрестить шпаги сам Бог велел, коль скоро и по соцопросам, и из разговоров с людьми ясно, что это два главных конкурента в предвыборной гонке, так что гражданам будет интересен прямой и цивилизованный диалог, в котором стороны смогут рассказать о конкретных мерах по наведению порядка в стране. Влад Батрынча предлагает провести дебаты по конкретным темам: социальная политика, здоровье, экономика, правосудие, приднестровский вопрос и внешняя политика. Если будем иметь реакции солиды, сентем готовы сдебатим и евентуал сэлорджим отчасти листы ди субъекте. Аштептем он респонс конкрет, матур и респонсабил. Фэре абирации, фэре атакурь, аштептем о дебатере profesioniste, cu cifre și cu atitudini clare. Oamenii au dreptul să cunoască exact ce reforme, în ghilimele, sunt promise în fața partenerilor din extern, cum este FMI, Banca Națională. Noi, socialiștii, vom prezenta o platformă care va demonstra că avem capacitatea să dezvoltăm Republica Moldova și fără datorii externe, și fără кондиционалитец. Общий взгляд нашего блока – этот выбор должен быть осознанным. Люди должны четко понимать, что предлагают две этих команды, между которыми людям придется выбирать. Два политика утверждают, что у блока коммунистов-социалистов самая профессиональная команда. Экипа ностра аре визиунь ши программе пентру крештеря экономика. Но и штим, кум се фачим вяца уамилор майбуне айчи ин Република Молдова. Noi știm cum să păstrăm fiecare sat, fiecare район și cum să dezvoltăm țara. Пресс-секретарь ПДС Аурика Жардан заявила для Первого в Молдове, что партия проанализирует приглашение избирательного блока коммунистов-социалистов и объявит о своем решении позже. Досрочные парламентские выборы состоятся 11 июля. В них участвуют 23 конкурента.